Это рубрика «Выбери клип, который заслуживает продолжения». В прошлые разы мы определились, что лучше – это «Тик-так», «Легендарный грифер» и «Хедшот». Насчет него я уже веду над ним работу. Теперь посмотри два этих клипа и скажи, какой из них круче. Да, вы говорили, что собрали какие-то сведения о том, кого мы все так ищем. Да-да, мы собрали очень много материала. То есть вы утверждаете, что он существует? Давайте так, я отдаю вам весь материал, вы его сначала посмотрите, а все вопросы уже потом. Здравствуй, друг, я говорю с тобой который раз. Они сбегают, но вот ты дослушаешь рассказ. Жил-был на свете парень, имя его было Джефф. Но старый Джефф слабак, теперь он лишь одна из жертв. Я улыбаюсь, видишь, мой нож в руке, ты видишь? Одно касание, и ты уже, малыш, не дышишь. Ответь ты, друг, мне, я понял по твоим глазам. О пощаде не моли, я научу, что врать нельзя. Пускай обезображен, в панике бежали люди. Моя мама, папа, брат, они просто меня не любят. Видишь эти шрамы, это чтобы вечно улыбаться. Ты поймешь, жертва, но сначала хватит вырываться. В городе пустом, ожидая все, какой-то знак. Доносятся и бесконечно люди голоса. Они не понимают, нет, они не понимают нас. Иди долой, оставь меня, беги же прочь с моих ты глаз. Джефф, убийца, ты приди, жертву свою забери. Джефф, оставь послание нам, слышу всюду по пятам. Джефф, убийца, ты пришел, наконец меня нашел. Джефф с улыбкой на лице выбирает свою цель. Тс, усни, я подросток из ваших кошмаров. Сколько боли вытерпел лишь потому, что был странным. Теперь убийца в белом с капюшоном на лице выжидает тебя, жертва, ты моя больная цель. Детки рисуют на асфальте Джефф с KPD. Но я все вижу, ведь я никогда не уходил. Жертвы молят о свободе, жертвы громко плачут. И я маньяк-убийца, говорю тебе, усни. Газеты все молчат, свободен психопат. Меня боятся даже имя вслух мое сказать. Дыхание участилось, холод позади спины. Жертва, я тебя нашел, посмотрим, чего стоишь ты. Джефф, убийца, ты приди, жертву свою забери. Джефф, оставь послание нам, слышу всюду по пятам. Джефф, убийца, ты пришел, наконец меня нашел. Джефф с улыбкой на лице выбирает свою цель. Тик-так, часики, времени 12. Девочки и мальчики безумно нас боятся. Тик-так, здравствуйте, мы рады видеть вас. Нас не покидают души, нас не покидают души, нас не покидают души. Я тебя знаю. Да, мы виделись в прошлом году. Давай немножко поболтаем, прежде чем окажешься в аду. Ты кто? Я Фредди, кошмар ночной из пиццерии. Мы очень сильно ждали вас, но вы не приходили. Знакомься, это сестра моя, боишься? Двери б лучше заперты, завел бы шкатулку давнишнюю. Ну все, ты видишь их, боль придется потерпеть. Я счастлив очень, между прочим. Не надо только сейчас реветь. Не нужно маму звать, молить все не поможет. Часики пробьют тик-так, мурашки пробегут по коже. Мы тебе рады здесь, правда, расслабься, человек. Сестра, приготовься, настало время вновь забрать их всех. Тик-так, часики, времени 12. Девочки и мальчики безумно нас боятся. Тик-так, здравствуйте.
здравствуйте, мы рады видеть вас. Нас не уничтожить, души не покидают каркас. Нас не уничтожить, не поможет даже газ. Газеты врут, ведь больше нечего писать. Мы не видение, дитя пускай не прячет низ глаза. Создатель нас пытался всех похоронить, но ему не под силу это. Отныне мы готовы мстить. Спускайся глубже, сестренка заждалась тебя. Сейчас наступит ужас, а после кромешная тьма. Дома от меня не скрыться, ты не усвоил урок. Газ прогнал из фазбирпицы, но мы вернемся, вот и я рассказывал тебе. Ты помнишь, ну конечно. Вместе со страхом проникаем в комнаты и уже не до смеха. Чистая душа твоя мне очень пригодится. От твоих сопротивлений ничему не измениться. Тик-так, часики, времени 12. Девочки и мальчики безумно нас боятся. Тик-так, здравствуйте, мы рады видеть вас. Нас не уничтожить, души не покидают каркас. Нас не уничтожить, не поможет даже газ.